26 февраля 2016 года состоялось очередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Адыгея. Первым вопросом повестку дня был включен вопрос об оперативной обстановке с пожарами за 2015 год и начало 2016 года и повышение пожарной безопасности на территории Республики Адыгея. Основное внимание при рассмотрении этих вопросов было уделено недопущению выжигания стерни и пожневных остатков, разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения. В минувшем году факты сжигания стерни выявлялись в ходе проверок во всех сельских поселениях Кашхавского района. Отмечались случаи возгорания ветрозащитных лесополос в результате поджога стерни. В 2015 году администрация муниципального образования Кашхавский район и администрациями сельских поселений проводилась определенная работа по недопущению выжигания пожневных остатков из сухой растительности на полях района. Так, 3 апреля 2015 года на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кашхавского района был рассмотрен вопрос об оперативной обстановке с пожарами и усилении пожарной безопасности муниципального образования Кашхавский район. Кроме того, вопросы по недопущению выжигания стерни и пожневных остатков рассматривались на расширенных планерных совещаниях 16 июня, 24 и 27 сентября и 16 октября 2015 года. С 13 августа по 14 сентября на территории района действовал особый противопожарный режим. В целях пропаганды недопущения выжигания стерни и пожневных остатков в газете «Кашхавские вести» публиковался соответствующий материал, такой как «Выжигание стерни преступно и вредно», «Особый противопожарный режим», «Сухая трава» и другие. За время противопожарного периода административными комиссиями сельских поселений было составлено более 76 административных протоколов за несвоевременное выкашивание сорной и карантинной растительности, несвоевременную уборку горючих материалов. 7 протоколов было составлено начальником надзорной деятельности Государственного поджарного надзора Главного управления МЧС России по Республике Адыгея в Кашхавском и Шевченовском районе. 2 административных дела возбуждено начальником Адыгейского управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю Республики Адыгея. Вот сейчас начало 2016 года ознаменовалось установлением сухой и относительно теплой погоды. Данный факт способствовал тому, что в некоторых сельских поселениях возобновились случаи выжигания сухой травы как в самих сельских поселениях, так и на пастбищах и полях сельскохозяйственного назначения. Хочу довести до сведения глав сельских поселений, руководителей крестьянско-фермерских хозяйств, все население Кашхавского района, что постановлением правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 года внесены изменения в правила противопожарного режима в Российской Федерации. В частности, установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожневных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведения костров на полях. Хочу напомнить, что ранее было запрещено только сжигание стерни пожневных остатков и разведение костров на полях. В соответствии со статьей 24 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации за нарушение правил противопожарной безопасности предусмотрены штрафы, которые, значит, имеют следующие размеры: на граждан от 1000 до 1500 рублей и на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. Если подобные нарушения допущены в период особого противопожарного режима, штрафные санкции увеличиваются в 2 раза. Уважаемые жители Кашхавского района, наступила весна. Для кого-то это долгожданные дни, а для кого-то долгожданные теплые дни, а для многих организаций это мобилизация сил в период пожароопасного сезона. Я хочу призвать всех жителей района воздержаться от разведения костров как на своих приусадебных участках, так и во время отдыха на природе, провести очистку придомовых территорий от сухой растительности и мусора, строго соблюдать требования пожарной безопасности. А сельхозтоваропроизводителей хочу призвать воздержаться от выжигания стерни и пожневных остатков на полях.